Украина. Семен Семенченко, командир добровольческого батальона «Донбасс», в который входят боевики правого сектора, обвинил их в мародерстве и грабежах. По его словам, это все, чем заняты правосеки в Донбассе. И вот цитата. «Правый сектор на самом деле ни разу не принимал участие в боевых действиях. Зато уже 2,5 месяца грабит местное население. Они занимаются мародерством, разбоями и вымогательством. А бороться умеют только с мирными жителями или перепуганной милицией. Настоящий враг им не по зубам. Они входят в договоренности с местными бандитами и занимаются переделом рынка наркотиков, собирают металлы на свалках и громят залы игровых автоматов в интересах конкурентов. Ничего общего с участием в боевых действиях их деятельность не имеет». Это заявил командир батальона «Донбасс» сегодня днем в Киеве на Майдане украинским журналистам. Это сообщение выглядит не просто как раскол в Национальной гвардии. Это уже похоже на открытую войну внутри боевого крыла сторонников.